боюсь. Я сейчас буду принимать водные процедуры. Очень жарко на улице. Наконец-то мы решили искупать кошку. Тебе надо уже, милая моя, полную ванну. Ты у нас барышня большая. Да. Ну, давай пока уберу. Ну, это мне она, штучка эта нужна. Я буду на ней мылить ее. Да. Вот она у нас какая холёсенькая. Она у нас любит мыться. Сейчас мы мордочку немножко помоем. Вот. Хороша девочка. Я тебе хочу сказать, девочка, ты у нас не худенькая. Посмотри, телеса какие. Ну, продемонстрирую, как ты хоть ходишь по ванной. Да, давай. Туда иди. Да. На улице жарко, тебе сейчас будет хорошо. Так, тут буду эти... Не, подожди, процедура не закончилась. То, что ты вылазишь, это правильно. Постой, я сейчас тебя буду мылить, 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 моя дорогая. Да, а ты как хотела. Давай, хвостом тут всех своих по это. О. А что такое случилось? Да. Недовольна. Йо, хорошо, скажи. Подожди. Плохо мылится. Видишь, какая ты грязная. Надо еще пузо помыть. Угу. Сейчас. Подожди, Йос. Так. А ладно. А, тебе надо быть в воде, а не то, чтобы тебя тут мыли, да? Драили. Йос. Я понимаю. Несчастный. Йос. На, налей мне лучше шампуня чуть-чуть в руку. Подожди, Йос. Все, Саш. Подожди. Сейчас я тебя уже в воду буду. Угу. Да, подожди. Да. А попу надо мыть грязную? Фу-фу-фу, попка. Надо сделать чистую попку. Давай. Не, пока пройдись. Давай. Вот. Теперь в ту сторону. Давай. Сейчас будем вылазить. Подожди. Хорошо. Господи, Йося, я на секунду отвернулась, а ты уже лезешь. Сейчас, подожди. Ой. Бенс. Давай. Ой, не подниму тебя. Ах. Вот так вот. Ой. Расскажи им что-нибудь. Скажи, что? Да издевались надо мной. И не пойму, то ли тебе нравится, то ли не нравится. Но, в всяком случае, ты же хоть не царапаешься. Ну, все. Сейчас буду менять полотенце. Давай, отойди. Ну, все. Сейчас мы ее обмотаем. Пусть просохнет, промокнет. А потом, как дунет от нас фен, она не любит. Феном мы ее не сушим, просто промакиваем. Потом она от нас убегает, и все. Да подожди. Нервное ты моё существо. Да, да. Нервное мое существо.